Всем привет! Я очень долго искал подходящую игру и нашел то, что нам нужно. Космические приключения Зиги. Осуждаю на всякий случай. А то кто его знает, про что эта игра еще? Так, здорово. Нас пустили в космос. А, нет, не пустили. Подними батарею, он говорит. Вот это мне надо. Куда это поставить? Вот сюда? Отлично, я добыл свет. Мне нужно разблокировать код. К сожалению, я его не знаю. Здорово, ты кто такой? Это Зиги. Иди сюда. Фу, ну ты и мерзкий, конечно. Его можно порвать пополам? Нельзя. Так, сиди здесь. Нет, не падай, подожди. Все, сидеть. Молодец. Это микроволновка. Посиди тут пока что. Что это? Нифига. Не работает. Что, мы летать будем? Enter passcode. Так он нигде не написан. Жесть, ну и махина. Это меня кто вообще пустил сюда? Какие-то отчаянные люди на самом деле. А если вы хотите монтировать такие же крутые видео, то я хочу рассказать вам про Filmora. Это крутая программа для монтажа со встроенным искусственным интеллектом, который сэкономит вам много времени и позволит делать интересные видео. Вы сможете легко обрабатывать видео, добавлять эффекты, музыку и еще целую кучу всего, что только придет вам в голову. Генератор музыки позволяет использовать искусственный интеллект для создания бесплатной музыки без авторских прав для ваших видео. При помощи функции редактирования текста на основе ИИ вы сможете преобразовать ваше видео в текст и редактировать его так же, как любой документ. Также была добавлена панель для быстрого и легкого изменения голоса. Копирайтер будет отличным помощником, который поможет вам придумать идею для видео и создать увлекательное название и описание к ролику без особых усилий. С помощью генератора эскизов вы можете выбрать жанр и сгенерировать картинку для вашего видео или же превью, а также множество стикеров, мемов и дополнительных функций. Удаление голоса ИИ позволит вам удалить из видео ненужные звуки или голоса. А также добавлена новая функция LUT, при помощи которой можно управлять насыщенностью и контрастностью, или же полностью изменить цвет клипа. Ну а главная функция последнего обновления – это функция динамических субтитров. Искусственный интеллект сам за вас построит субтитры, а также интеллектуально определит в них ключевые слова и выделит их цветом, что делает редактирование субтитров более эффективным. Если вы хотите создавать крутой контент, то начинайте пользоваться Filmora прямо сейчас и наслаждайтесь процессом создания видео. Что за кнопка? Вот что она делает? Я не знаю. Лучше не трогать, наверное. Ой, что я трогаю? Нельзя это трогать. Что ты мне затираешь? Ты можешь понятно сказать мне? Иди сюда. Давай обниматься. Иди сюда. О. Ой. Я не трогал ничего. Ты спрашиваешь, кто вот это? Вот это? Да лучше не спрашивать, кто это. Я на самом деле тоже не знаю. На, хочешь познакомиться с ним? Он отсталый немножко. Я думал, на самом деле тебя засосет туда. Можешь понять, не объяснять? Я ничего не понимаю. Я же буду тыкать везде подряд. Еще одна микроволновка. Если я туда бошку запихаю, мне же ничего не будет от этого, да? Лучше не рисковать, наверное. Что это? Это кассеты. Музыку слушать, да? Мне кажется, мы оба не уверены, что мы делаем. И ты точно не уверен, что я тебя слушаю, да? Отключись. Вырубись. Как это выключить? Так, мне нужно взять молоток. Починить надо им что-то. А что, умеет чинить? Ты не... Вот так вот? А-а-а! Ну как я мог сразу не понять? Надо же ударить. А тебе не надо ничего починить, а? Ему не понравилось. Ладно. Мы обязательно все починим. Вот это я... Ой! Верни обратно свет. Да чтоб тебе. Он говорит, что в будущем надо будет пользоваться вот этой штукой, чтобы все чинить. Полезное. Это что такое? Дыра в куда-то. Мне туда надо? Это что? Столько всего непонятного? Мне это не надо. Вот! Выключатель есть. Это высасывает воздух, чтобы я здесь не задохнулся. На, иди, понюхай. Вот там и сидите. Ой, иди сюда. Я тебя так потеряю. Жижа это вытечет куда-нибудь в люк? Мне нужно потроить генератор. Вот это? Я прослушал. Можешь повторить, пожалуйста? Для меня тупого должно быть... А, вот, подсвечено. Вот, какие зиги. Подожди, это с тобой связано, да? Мне что-то нажать надо. Плей. Ты что, еще одну жижу создашь? Да, у меня есть одна. И зачем мне их два? Прикалываешься? Он хочет, чтобы я из него топливо делал. В принципе, я не против. У меня их все равно два. Open Extractor, вот это. Иди, откисай. Пока. Зря ты такой довольный. Смотри, зарядка для батареи. Ой, мы заряжаем батарейку зигой. Его высосали. Этот явно получше, чем ты. Зато у меня есть теперь зарядка. Вылезай. Иди заряжайся. Так, еда. Мы сделаем еду. В смысле Зиги будет любить это? Это мне. Подожди. Вот этому сухому существу? А, я не могу есть. Ладно, на, ешь. Как тебе съесть это? Он отказывается есть это. На, сам разберешься. Заточил. Ой, ему плохо. Что-то с ним не в порядке. Так и должно быть. Он позеленел. Ну, он и так зеленый. Но что-то не так. Он светится. Charging dog, он сказал. Заряжающаяся собака. Смотри, сколько батареек здесь.
А, это не батарейка, ладно. Ты снова идешь туда. Причем это тот же самый. Отлично. На, поешь, брат. Он что-то от меня хочет. Я не понимаю, что ты хочешь. Что вот это я включил? Зачем? Я же случайно это включил. Оно не выключается теперь. Вопрос. Мы когда полетим вот туда? Хочу туда. И он тоже хочет. И этот тоже хочет. Мы все туда хотим, понимаешь? Вот, температура. А как понять, какая нам нормальная? Давай, пожалуй. О, что-то мы чуть не сгорели. Да, жарковато. А если попрохладнее? Чё-то как-то холодно, да? Бедняга. О, я выключил ее. Но он просит обратно ее включить. А-а-а, давай еще одного напечатаем. Пригодится. Делаем жижу. На, друга. Так, у меня есть ощущение, что мы сейчас полетим. А-а-а, все, понял. А где батарейки еще брать? Нужны еще батарейки. О, давай. У меня есть вот эта кнопка. На. Она не работает. У нас садится батарейка. Батарейка села почти. Мы полетели. Да я не могу управлять. По-моему, мы разбились. Кто меня вообще в космос пустил? Куда мы летим? Можно вот так? Ой. Я где? Чё я тут забыл? Мы полетели. А сколько у нас топлива-то вообще? Держитесь. А, там кто-то летит. Иди сюда. А как побыстрее? Чё-то не едет вообще. У меня сейчас кончится батарейка. Ой, большой камушек летит. Мы побыстрее можем? Это еще что? Если вам страшно, то мне тоже страшно на самом деле. Ой, камень. Куда все полетели? А мы точно тут пролетим? Что-то их много. Так, по-моему, мы на красный едем. Надо аккуратненько проехать. Что-то у нас проблем с какие-то. Как охладиться-то? У меня перегрелось что-то. Так, подожди. Мне срочно нужна твоя жизнь. Иди, выбирайся. Так, у нас явно проблема, у нас все садится. Стоять. Я все починю. Давай пока заряжаться. Куда ты падаешь? Что у нас в гравити? Ой, так, стоять. Я сейчас все починю, подождите. Вот так вот. Чиним. Все нормально? Все упали. Ё-моё. Что-то у меня вот тут все подразрядилось как-то. Че так жарко-то стало? Подожди. Че холодно-то стало? Все, держись. Так, 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 так. Зарядить вот это еще надо. На. Ой. А два раза можно? Можно. Тебе ничего не будет. У нас есть пауэр. Стой, почини. Ой, ты вообще жив там? Как тебе? Я его два раза высосал. Живи. Ой, ему плохо. Сейчас будет еда. Я тебя больше не трогаю. На, поешь чеснок. Что это? Нормально? Живет. Интересно, сколько он протянет просто. Тебе вообще нормально-то, нет? Ой, что-то ненормально. Все окей, мы сделаем других зиги. Справедливо. Отдай руку. Ты живой? Подожди, сейчас покормлю. Я починю его. На. Нет? На. Он не хочет есть. Ему уже ничего не надо. Тогда будешь дальше здесь сидеть. Из него больше ничего не достается, к сожалению. Тогда мы его выкинем. Пока. Он улетел. А теперь вы. Что-то ты какой-то все равно вялый. Тебе что, два раза надо кормить, что ли, чтобы ты жил? Тебе нормально? Ему нормально. Он еще много чего зарядит. Живем, живем. Все, полетели. Куда нам там дальше? Так, на, похавай, брат. Что-то мне немножко поломали. Подождите. Я все починю. Но у меня вторая рука свободна. Я пока все починю. Все работает? Все работает. Ой, корабль. Сейчас починю гравитацию. Подожди, не врежься только. Так, ты за главного, на, управляй. Перерабатываем зеленые слизни всякие. Вот это работа мечты, конечно. Но ничего такое, приличное место. Что это такое? Батарея. Батарею можно? В смысле можно? Серьезно? Сколько нам батареи надо? Подожди. Ой, холодно. Все, щит включаем. А он жрет много. Наглый. Симулятор электрика какого-то. Полетели дальше. Сиди, не вылазь. Наглая морда. Что происходит? Черная дыра. Нам туда. Ой, звонок, принять. Нам назад или что? Да нет, все, нам туда. Куда нас отправили? Нам точно сюда надо? Так, у нас все целое, все работает, да? Только слизняки не работают. Щит врубаем. Нам нужен щит. А, я выключил щит. Я думал, включил. Да куда ты падаешь? Держись ровно, все. Вот так стой. Ай, лети куда хочешь, короче. Да не туда же. Что у меня? А, у меня все сломалось. Блин, только сейчас заметил, что вы постоянно всю игру смотрите на мою мышку. Я хожу и боюсь наступить на него все время. Ты какой-то ненормальный. Полетели дальше. Лютые замесы. Закончились. Так у меня щит был, в смысле пробили? Он бесполезный. Абсолютно. Кто вообще турель поставил в космосе? Тут никого нет, кроме меня. И моего друга Зиги. Хе-хе-хе. Лежи там. Куда ты упал? И как мне теперь достать тебя? Сюда иди. Гнида. В смысле? Что он там съел? Кто что жрет? Ты что там пожрать нашел что ли? Ой, он сдох. Подожди. Видишь? Не могу сейчас. Ни совести, ничего у них нет. Да подожди. У меня все крутится тут. Одной проблемой меньше. Теперь ты проблема. Пошел вон отсюда.
Иди, ты будешь вечно здесь работать. А, это фары? Да ну. А какой от них смысл? Все поломали, ты смотри. Так, на, поешь. На, питайся правильно. Зачем я еще сделал? Я не то делаю, подожди, мне еда нужна. Я сделал 1 000 000 зиг, осуждаю. Сорян, но у нас слишком много лишних зиги. Ты нам не нужен, пока. Улетел. Теперь ваша очередь, ребятки. Это твой новый дом. Будь счастлив. Не понял, что случилось? Это тоже село. Что вот это вот летает? Жесть какая-то. Стоять. А, ей можно в скалу пролететь, я понял. Вопросов больше не имею. Что за коробка летающая? Что за паровоз? Это газель летающая космическая, ты посмотри. Мы уже со свиньей какой-то разговариваем. Ой, надо чуть-чуть починиться. Что-то все развалилось как-то. Неожиданно. Ах, какой хорошенький. Да ты посмотри просто на себя. Лучшее существо в мире. Немножко жмыхает тебя, конечно. Что ты такой счастливый? Что-то вас слишком много как-то в данной ситуации. Ай, да смотри, опять гады прилетели. На, короче, я не хочу с ними Иди, иди разбирайся. Сам решай, как с ними вопросики тут обкашлять. Так, а где мой грустный? Это пожилой. Пожилой, как ты? Нормально? Давай, чтобы не расслаблялся все-таки этот. Иди, тоже разбирайся с ними, а не там где-то. Жалко бедолагу. А если сделать вот так и вот так? Нельзя. Если я туда залезу? Так, закрываемся. И дергаем. Я все вижу. Как мне вообще доверили управлять этой штукой? Уа! Надо просто свет выключить, нас тогда не заметят. Что? Ты сам управляешь? Он едет куда-то. Смотри! Он сам едет куда... Он в камень едет. Ты что, ненормальный что ли? Вот руки мои. Куда-то ты не туда едешь. У тебя проблемы с мозгами. Ладно, ты пока едь, куда там нам надо. Не туда, если что. Поворачивай. А у меня тут есть вкусная пироженка. Это специально для меня. По-моему, мы так долго не проживем. Ты вообще ненормальный, что ли? Алло. Брат.